Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейден, и добро пожаловать в инди-хоррор. Как давно я в них не играл, да и никто и не просил, кому нужны инди-хорроры? Конечно, никому. Не знаю, как игра называется, но выглядит она очень потрясно. Я вижу каждый камешек, каждый листок. О, смеющийся олень, это ты! Заткнись, заткнись. Я знаю, что ты живой. Не притворяйся, что ты... чучело. На, трофей. Ладно, я понял. Пойдемте по... Инверсия с предметами. Обалдеть. Игра очень эпична. Режь его. Режь его, it's my brother. Он режет головы всем нечестивым. Так, что такое? Дневничок. Генриетты, кед, вот, признание для этого. Ладно, окей, я понял. Очень интересно. Пойду-ка прогуляюсь. Что это такое? Блять. На меня напала лампа. Или что это было? Господи, ваза. Бабушкин прах рассыпался. Это что, моя голова, что ли, такая? Вкусные подмышки свои понюхал. Так, у меня есть свечка, а палки стрелял. Да хорош! Уже не смешно. Кто здесь? Попався! Кто здесь? Ку-ку? Ау! Алло? 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 Никого? Ну блин, я бы хоть открыл. Режь! Режь голову! Летала во сне корова. Ужас! Ужас! Не страшно. Мы уже отбивались от этой херни. Нам, в принципе, такими хоррорами, страшными действиями не напугать нас, да? Мы ведь уже знаем, чё к чему. На улице дождик, на улице слякоть. Заткнись, заткнись. Так, ваза, ты, надеюсь, не это самое, да? Не нападешь на меня? Вроде бы нет. Не, ну играй, ребят, вообще шикарно. О, блядь, ты шо? Ты шо? Голову потерял, а у меня нету, а я и не отдам, и свою не отдам. Сучара, сука. Где ты? Он исчез. Попавсь. Не попавсь. Не, ну это было нормально. Это было нормально, прям такой мерзкий шипочлен. Ладно. Пойдем. Ну что? Ваза! А ну хватит! Во имя Иисуса! Во имя Христа! Спасителя нашего. О, я могу пощупать. Иди сюда, мой крестик любимый. Он так приятно щупает. Давай. Оля, блядь. Ладно, пойдем. Не летать. Опа, перевернутый крест. Ага, антихрист, приди. Шо? А шо, еще раз. Еще раз. 8, блядь, часов спустя. Я сейчас такой оборачиваюсь, а там попа. Нет, попы нету. Мамы, попы, вообще никого. Ладно. Что-то у меня почка болит, что жопа. Прям вообще. Не знаю почему, но болит. Видимо, какая-нибудь кастрюлька прилетела прям в почку. В почку прямо. Здорово. А здорово, а что делаем? Что тут делаем? Потрясающие картины, скажу вам, в этом хорроре. Прям рисовали настоящее. Эпичное. Ух ты, блядь, Ина, блядь, сука. Ты шо, блядь, ты шо, нахуй, шпну, блядь. Не, ебать. А, ладно. Майфон? Ой, Люля, мошонка зубами летела во сне. Эх, бедный Эштин. Что? Что-то на немецком было. Ладно, пойдем уже отсюда, быстрее. Не падай, я тебя видел. Пойдем. Кто здесь? Смотрите, какая потрясающая картина. Невеста прям что надо. Ой, блядь, я испугался манекена, или что это? Ты можешь бежать, но от меня, но не скроешься.
В любом ритуале по вызову духов сольючая теча круг служит, чтобы защитить людей от плохих существ. Нужно для бросить щепотку соли. Ага. Это что это было? Это где? Вызвать Дина Винчестера и Сэма. Шу! Кто смеется? Я тебя слышу, сучара! Давай, выходи, я тебя отпиздюлю, я победю тебя. Я сильный и смелый. Отвага! Ну и как? Ну и как мне прикажете победить эту манду, блядь? А? Сейчас опять войду туда, она там будет. Тихо, я могу пригинаться. Пригинаться. Блядь! Тихо, назад! Назад могу? Нет! Пустите меня! Во имя Иисуса! Дайте мне хоть крест! Я вообще ничего не могу, у меня нет защиты никакой. Слышь ты! А? Ай, бу-га-га, она просто идет вперед и все, быстрее залетай сюда. Нормально. Нормально, я зашел сюда. На ней. Круто мою. Надеюсь, она. Нас не будет здесь преследовать. Я должен как-то дойти туда. Просто иди вперед. Бля. Ну что, третья попыточка? Я не знаю, как мне одолеть ее, у меня не получается. Вообще никак. Тут лягушка, что-то какие-то странные знаки. Господи. Опа, ты что? Ну-ка, потрогай. О, о, это след от руки этих, как его, братство. Темное братство, мать вашу, она тоже здесь есть. Ну что, пацаны, давайте. Ты где? Мерзкая подзалупная пиздопроёбина, блядь. Давай, я готов к бою. Я злодей-британец. Вон она идет. Вон она. Она пошла в другую комнату. Это наш шанс. Это наш шанс дойти до той двери. Быстрее иди. Быстрее иди, а то сейчас будем готовить свою жопу. Нет. Чё, ебать? Давай. Давай. Трик-прык, трик-прык. Трик-прык, и ты уже там. Осталось-то немножко. Трик-прык. Давай. Давай. Давай, сынок. Я знаю, что сможет дойти до этой двери. Давай. Она не бегает. Хуй во лбу, нам пизду, я дошел до нее, открывай. Что? Найдите, ищи ключ, который откроет дверь символ Ураборос. Ураборос? Это символ Ураборос? Ебац. Теперь и ключ нужно найти. На ептель. Беги. Давай, давай, куда бежать? Давай, тюрик-пюрик, тюрик-пюрик. Ю-ху! Стартуем! Мадафака! Е-бой! Е! Ну чё, сука? Соси! Соси, шипалайка! Фу! А эта штука навсегда? Навсегда! Шу! А шу! Ладно, ее нету, пойдемте, пацаны! Когда она бежит, у меня есть тоже шанс есть убежать! Это хорошо! Это прям идеально, то, что нам нужно. Ну а еще больше нам нужно ключ найти. Блять, где она? Тихо. Вот сейчас вот самое эпичное будет. Главное, чтобы она... Блять. Сюда могу войти? Фу. Ладно, сохраняшка типа. А, вот она идет. Сука. Правда, это вообще не сохраняшка. Я начинаю сначала, пацаны, когда я умираю. Я начинаю сначала, просто магия монтажа, и вы этого не видите. Блядь. Сука. Где она? Я слышу ее шаги. Ну куда она пошла, я не знаю. Ладно, схожу сюда. Шу, кого? Я все обошел вроде бы, нет? Нету ключа. Если чё, сюда бежим. Блять! Блять, быстрее! Быстрее! Шевели ножками! Шо? А шо? Психовина бабёна. Ну, не бойся, амиго. Я думаю, мы сможем найти ключ. Она вон там ходит, туда. Я не знаю, правда, где он. Я должен где-то в этой комнате найти полюбас. Полюбас здесь, в этой комнате.
но его нигде нет. То есть нет никакой комнаты, чтобы я смог найти ключ. Может быть, здесь? Нету. Да, сейчас рискую. Рискую своей жопой, да, Пинтер, давай. Ее здесь нет. О! Бля! Блядь! Вот это сейчас было очень смачно! Если бы она смотрела в эту сторону! Здорово, что делаем? Я тут, а? Сейчас посмотрим, куда она пойдет. Не попався? Давай, попався! Вот сейчас попався! Туда, это мне ключ! Шо? А шо? Так. Так. Потрогай. Сюда бы Дина и самое было бы ништяк. И вот куда она пошла? Хер поймешь. Ладно, пойдем вперед. Тут будь что будет. Топор возьми. Блять! Да, камон! Рви! Эх ты, пьяный кролик. Что мне с тобой делать-то? Отдай мне ключ. И она исчезла. И вот гадай, где она теперь? Пчаны, где ключ-то? Блядь, Слушай, да, Пинтер, я уже не знаю, где мне искать этот ключ. Давай поищем здесь, в доме. Так, пооткрываем все ящики. Здесь какая-то бумага. А, в нижней. Нижний ящик пустой вообще. Окей. Тут сложно еще так все открывается. Но атмосфера тут нагнетающая и очень прикольная. Крест. Алло, алло. Можно позвонить? Алло. Алло. Алле. Алле. Никого. Ну ладно, шо. Если никак, так ладно. Шкаф! А ну откройся, я спрячу, скажу и вскашу и все. Нижний! Да нижний нужно было. Ну-ка. Давай. Да блин, ни одного ключа. Хоть малюсенького, хоть отмычечки. Ничего нету, пачаны. Зеркало? Где не показывается своя фигура почему-то. Я бы хотел посмотреть на своего Допинтера, как он выглядит. Вот, дворецкий, темный дворецкий. Я не понял. Я где оказался? Я тут не был разве? Чё-то подозрительная комната. Мне кажется, что я хожу кругами, но... Тут-то я ящики не открывал. Не понял. Они же всегда должны быть открыты, как я их открыл. А ну попавсь. Нижний. Нижний, нажимай на Е. Игрок шатается, как будто бы пьян немножко. Пьяная курица. На-на-на-на. Это я сейчас выйду куда? Пианинка, не сыграться. Окей, дергай. Закрыто. Не попався. Здесь. Что это? Да, как сложно открывать тут ящички. Давай, это закрываться. Да, блин, ничего нету. В общем, пачаны, тысячи злобных нигеров выплясывают джигу в моем... В моей душе под яростные барабаны. Вот она прошла. Я нашел ключ. Я его нашел. Осталось только открыть дверь. Быстрее. Давай, тащи, амигос. Давай, тащи. А то нам пизда, нам пизда, если ты не потащишь свою задницу туда. Давай, 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 круть, давай. Ланда, давай. О моего синдайру. Опа. Шу. Эй, босс!